В Тверской области будет создано Министерство цифрового развития и информационных технологий. Вопрос о совершенствовании государственного управления в этой сфере рассмотрен на заседании регионального правительства. Утверждено положение о новом ведомстве, где отмечены задачи и основные функции. Подробности в нашем сюжете. Работа нового ведомства будет сосредоточена на реализации в Верхневолжье региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика РФ», проведении мероприятий по созданию и развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности. Это возможность более ускоренного продвижения на нашей территории всех информационных ресурсов, которые нам необходимы для Министерства социальной защиты, Министерства экономики, Министерства финансов. И сегодня мы, Министерство здравоохранения, что, наверное, особенно важно, потому что сегодня эта работа идет в каждом министерстве самостоятельно, там проходят определенные семинары, обучение специалистов, но мы считаем, что, по примеру других субъектов Российской Федерации, было бы целесообразно консолидировать в одном органе исполнительной власти эту работу. Министерству цифрового развития и информационных технологий будет передана часть функций, которые в настоящий момент исполняют другие ведомства исполнительной власти региона, в том числе по формированию электронного правительства, внедрению и обеспечению эксплуатации комплексов средств автоматизации и телекоммуникации. У нас есть партнерские отношения с Росатомом, у нас в Удомле заложен целый сегмент региональный в центре обработки данных, который был построен Росатомом. Ну и мы уверены, что такая работа в таком уже концентрированном режиме даст нам больше экономический эффект. Предложение по созданию самостоятельного органа исполнительной власти по цифровому развитию, информационным технологиям и разработке отдельной региональной госпрограммы в этой сфере губернатор Игорь Рудень озвучил на IT-форуме Digital Days, который прошел в Твери в сентябре текущего года.